Привет, народ. Ну, в камере сидят двое. Ну, как в камере? Камере временного содержания, да? Один у другого спрашивает, что, за что сидишь-то? За что тебе 15 суток? Да я, говорит, это, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Ничего себе, а что, где пьют? Да что, сижу, пью себе, вот, никому не мешаю. Ни слова матершинного. Сижу, вот, пью спокойно, да, курю на крыше, вот. Полицейского УАЗика. Нам что-то не понравилось. Вышли мне, сняли с крыши, скрутили, сюда привезли. Что им не понравилось? Сидел спокойно, никого не трогал.